Так выйдите отсюда. Мы сейчас заполняем протокол. Вы дайте нам покой, а? Я, вы скажите, почему вы не даете это делать, ну, при наблюдателях? Потому что компьютер мы не вынесем за собой. Почитайте. Мы не вынесем так, за собой. Так а вот компьютер. Посадитесь сюда. Оп, рукоприкладство. Опа. Ну, господа стражи закона, видите, вот нарушается закон. Но информация должна же быть открытой, и выборный процесс тоже открытый. Почему вот наблюдатели с подсчета голосов убирают? Что за проверка протокола такая? Выйди. Сейчас позвоним, ругаемся. А что, из ЦИКа? Нет. Ну, вот это то, что сегодня. Далеко. Почему вы должны теперь выдать каждый год? Да. То есть, вот тот большой... Это, слушай, вопрос такой. А вот они посчитали голоса и заперлись в кабинете, при этом до конца протокол не оформив. Алло, тут, короче, комиссия заперлась в кабинете, выгнав наблюдателей, не оформив до конца протокол. Ничего, закрыла дверь и выгоняет. А на каком основании? А я милицию позвал, она... Милиция разводит руками. То есть такие отмазки, что они что-то вводят в компьютер и что-то сверяют, это как бы глупости все. Это все публично, да, делается? Серьезно? Ну вот сейчас я, подожди, подойду к протоколу. Это 452. Да, тут, короче, не заполнено поле, сколько выдано в помещении, сколько было в стационарных ящиках и число действительных. Ну, короче, половина не заполнена, только вот распределение. Так, а что ломить? Тут наблюдатели, вот они что-то сильно ломятся. То есть абсолютно все, даже сверху может он смотреть. Даже контрольные сверки он может смотреть на блюдо. Интересно. Хорошо. Извините, а не могли бы вы письменное обоснование выписать? Да, при чем здесь председатель? Выгоняете-то вы. Она сидит, считает. Так, вы-то здесь и считаете. Вопросы к председателю комиссии. Вопросы к председателю. Где председатель? Ну она же в зале сидит. Вы что? Нет, ну просто вот то, чем вы сейчас занимаетесь, это публичный процесс. Мы ничего не делаем. Вот председатель сидит, вот считают они. Все. То есть можно создать протокол? Да. Можно пока на место надо. Сейчас. Ну, у председателя спроси. Где председатель комиссии? Нам сказали, что мы имеем право... Даже при сверке контрольных сумм. Каждая линейка в большом протоколе должна заполняться при нас. Либо вы нас выпускаете, либо мы составляем жалобу. А в большом протоколе при вас? Нет. Так надо его полностью заполнить. Тогда пусть хоть один будет человек.
человек наблюдатель. Так, а закон не ограничивает количество? Да, может быть. Просто нас уже как-то сила. Да, ваши подчиненные силой выгоняют наблюдателей. Вы же перестаньте силой, потому силой, что... Силой? Ну, все зафиксировано. Так что вы скажите, или нас запускают, или мы составим срок. Ну, как бы уже к концу дня, конечно, нам бы не хотелось. Мы просто поговорим. Давайте просто честно все сделаем, чтобы и вам проблем никаких не создавать, и нам. Что значит честно? Вы честно, чтобы наблюдать... Вы в работе нечестно? Нет, я хочу, чтобы наблюдатели присутствовали в каждом этапе вы подсчета. Вы смогли уличить в работе комиссии? А комиссия не окончила работу, да, и на каком основании? Мы не уличили, мы просто... Ольга Вадимовна, она вы сейчас закрыла двери и не пускает туда наблюдателей. Вас попросили подождать немного. А на каком основании? Имеем, потому что... Мы же... Ой, хорошо, пойдемте. Но я сказала, что на вот этого господина я сама подам жалобу. Хорошо, подавайте. Что себя ведет некорректно. Хорошо. И жалко, что вы только присутствуете при подсчете, а не все то время, когда он работал. Ну, и как он я работал? Был свидетелем тому, что их силой выгоняли. Там и девушку, и парня. Кто вам ответил? Я сейчас сама позвоню. Ваш подчиненный ответили. Подождите, я сейчас... Ну, он сфотан же на 10 раз уже. Да, у меня сфотан. Осталось этот мелкий получить. Какие они грустные. Такие, ой. Идите, сидите. Ура. Кто еще за открытие? Уже ходи. А я не наблюдатель, я пресса, мне нельзя. Так что вы там тусите. Так, а в данный момент имеем мы следующее. Ну, в смысле, как к факту утраты. Ну да. Угу. Давали, да. Угу. Угу. Хорошо, понятно. Угу.
Да. 450. Да. Да. Так пожалею, что стало мелить. Через кого? Петерка. Ты 90. Thank you.